Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале МД Регион, и сегодня мы поговорим о бюджетных металлодетекторах фирмы Bounty Hunter. У нас в гостях Lone Star Pro и Quick Draw Pro. Подробно рассказывать о приборах сегодня мы не будем. На нашем канале есть полноценные видеообзоры. Кто не смотрел, обязательно найдите, посмотрите. Сегодня мы поговорим маленько о другом. Чем же хороши данные металлодетекторы? Первое и очень важное для новичка, это, конечно же, цена. Данные приборы по цене до 15 тысяч. Второе, это простота использования. Славятся Bounty Hunter чем? Очень простые приборы, на самом деле, из серии включил и пошел. Ничего выдумывать не нужно. Все очень понятно, понятный интерфейс, минимум настроек. Ну и третье, конечно же, это поисковые характеристики. Сейчас мы проведем некоторые тесты и посмотрим, на что они способны. Погнали! Полезная информация для новичков. Купив прибор, в первую очередь протестируйте его в домашних условиях и посмотрите, на что он способен. Очень важно выбрать правильный мах, скорость маха. Потому что прибор начального уровня и ждать от него что-то грандиозного не стоит. У нас в тесте две монетки среднего размера, советик и 50 рублей Россия. Так как прибор легкий, с ним хочется делать мах очень быстро, и это большая ошибка новичков. Выбирайте средний темп маха, чтобы не пропустить находки. В проходке, конечно, зацепить можно данные монеты, а потом уже их локализовать. Но в любом случае на замусоренной территории не нужно делать быстрые махи. Две монеты видит. Ну а теперь давайте усложним задачу. Прибор отлично справился, без проблем. Давайте повернем саморезы. Отлично! Теперь уберем монетки. Еще тяжелее. Согласитесь, для прибора, который стоит 10 тысяч, это довольно неплохие результаты. На мой взгляд, Lone Star показал себя неплохо. А теперь давайте повторим тест с прибором Quick Draw Pro. Монетки у нас остались также перекрыты саморезами. Смотрим. Нет, ну отлично, монеты видит. Давайте уберу монеты. Чистая чернина. Может, он увидит еще так. У Lone Star Pro в комплекте идет катушка концентрическая 8 моно. У Quick Draw Pro также концентрическая катушка 6,5 на 8,5, если я не ошибаюсь. Размеры очень маленькие и порой не хватает глубины обнаружения металлодетектора. Ну а для того, чтобы увеличить глубину обнаружения, можно докупить катушку от компании Mars. Что она нам даст? Большая площадь захвата и, конечно же, увеличивается глубина. Как известно, чем больше катушка, тем больше глубина обнаружения у металлодетектора. Кстати, можно заметить, что на катушке написано, что совместимость с Quick Draw Pro. Ну а сейчас мы проверим, подойдет ли данная катушка к металлодетектору Lone Star Pro, так как они работают на одной частоте. Давайте проверим. Прибор Lone Star Pro включаем. И проверяем. Вот у нас есть монетка. Я так понимаю, что катушки совместимы. Это большой плюс. Ну что же, дорогие друзья, из теста видно, что даже бюджетный металлодетектор справляется со сложной задачей. Поэтому изучайте прибор, учитесь его слушать, выбирайте правильное место, и будет вам удача под катушку. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо, всем пока.